Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasan.ru. И давайте я вам сейчас расскажу о правилах въезда в Азербайджан для россиян, нужна ли виза, загранпаспорт и о других нюансах. Прежде чем смотреть это видео, подпишитесь на наш канал, ставьте лайк, чтобы не пропустить все самые свежие новости об эмиграции, жизни за границей и самостоятельных путешествиях. Ну, россиян он обязательно загранпаспорт. По внутреннему российскому паспорту в Азербайджан не пускают как взрослых, так и детей. Загранпаспорт обязательно. В Азербайджане можно находиться без загранпаспорта 90 дней. Следовательно, срок действия загранпаспорта должен быть не менее поездки, то есть как раз вот 3 месяца он и должен быть официально. Вот. После приезда в Азербайджан, опять, если вы вдруг там находитесь долго, там в течение первых нескольких дней надо зарегистрироваться, но никто, естественно, этим не занимается. Если вы в гостинице расположились, они вас и так зарегистрируют. Вот, еще какой нюанс про пересечение границы Азербайджана. В Азербайджане такие сложные отношения с Арменией. Вот если вдруг у вас какая-то отметка стоит о посещении Нагорного Карабаха, у вас это спорная территория Азербайджана и Армении, сразу говорю, я не вникать в политические вопросы, кто прав, кто виноват. Но вот если у вас есть эта отметка о поездке в Нагорный Карабах, вас могут не пустить, вообще какой-нибудь запрет на въезд в Азербайджан поставить. Также могут какие-то проблемы возникнуть, если вы гражданин России, но, допустим, у вас явно армянская там фамилия какая-нибудь с армянскими корнями, могут возникнуть сложности на границе опять из-за этих моментов. Вообще Азербайджан и Баку — это очень хороший современный город. Там, например, даже будут проводиться матчи чемпионата Европы, финал Лиги Европы УЕФА был. То есть в последнее время очень такой современный хороший город построили. Так что есть возможность, то я рекомендую съездить, слетать в Азербайджан. Тем более, кроме загранпаспорта, ничего не нужно. Азербайджан входит в Содружество независимых государств стран СНГ. Там многие понимают русский язык. Так что езжайте, если есть возможность. Ну все, всем пока. С вами был Борис Соколов, сайт visasan.ru. Если вы были в Азербайджане, обязательно ставьте лайк, расскажите, что вам понравилось, что нет в этой стране под этим видео. Ну и не забудьте нажать на колокольчик и подписаться на наш канал. До встречи в следующих видео. Пока-пока.